Международный комитет Красного Креста признал незаконные перевозки по Лачинской дороге. В свое оправдание в бакинском представительстве Международного комитета Красного Креста заявили, что организация осведомлена о проведении незадекларированных товаров и не поддерживает такую деятельность. Было отмечено, что водители 4 арендованных транспортных средств, на которых была временно нанесена эмблема Международного комитета Красного Креста, якобы без ведома этой гуманитарной организации пытались перевозить коммерческие грузы на своих автомобилях. Эти лица не были сотрудниками Международного комитета, и служебные договора с ними были немедленно расторгнуты, заявляет бакинское представительство международной структуры.